События. На национальном телевидении Чувашии наступило время детских новостей. В эфире самый сочный выпуск программы «Акил Пупсер». Сегодня в студии работаем мы, Влад Иванов и Ульяна Расколова. Сегодня вместе с нашими помощниками, юными журналистами, мы попробуем все летние ягоды. А еще побываем в международном детском центре «Артек». Выясним, где в Чебоксарах загадывают желания. Познакомимся со слоном Эдиком и начнем подготовку ко дню города. Ну что ж, лето в самом разгаре. На дачах и в деревнях поспели ягоды, и мы активно запасаемся витаминами. Где это ты на даче черешню нашел? Черешня – это подарок из Крыма. А наши друзья, юные корреспонденты, совсем недавно вернулись из международного детского центра «Артек». Журналисты чуваши не просто отдыхали в главном лагере страны, но и работали в особом медиаотряде. Снимали сюжеты о самых ярких событиях «Артека» и познакомились со многими знаменитостями. Седьмая смена «Артека». Удивительное время. Во-первых, море прогревается, и можно купаться два раза в день. А во-вторых, в июле в «Артеке» проходит кинофестиваль «Алые паруса». А это значит, в гости лагерю приезжают знаменитые актеры и режиссеры. Одни показывают свои фильмы и ждут наград, а другие проводят для ребят мастер-классы, учат их снимать кино. Президент кинофестиваля, легендарный актер Василий Семенович Лановой. В молодости он сыграл главного героя фильма «Алые паруса». И вот уже 26 лет возглавляет кинофестиваль с таким же названием. Скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Иметь такой парик, как у тебя. Юным журналистам «Артека», участникам медиаотряда, разрешено работать наравне с федеральными съемочными группами и даже задавать звездам острые вопросы. Здравствуйте, добро пожаловать в «Артек». Скажите, пожалуйста, а у вас такое платье на морскую тематику в честь «Алых парусов»? Конечно, в честь моря. Тут есть рыбы, есть розы, это цветок любви. Поэтому, конечно же, все к этой нашей теме «Алых парусов». Скажи, а ты специально здесь спрятался, чтобы на тебя не набросились фанаты? Так это особо не помогает, они все равно набрасываются. А вы бы хотели стать здесь вожатым? О, какой молодец! Да, если бы я был молод так, как ты, вот, и если бы были чудеса на земле, что можно было бы вернуть и стать здесь вожатым, или если бы меня сейчас приняли моего, я бы стал. Скажите, как бы вы начали танцевать на дискотеке? Можете продемонстрировать? Да, пожалуйста. Одна мечта у меня уже сбылась – это побывать в «Артеке», потому что я, когда была маленькой, меня никогда не отпускали в лагеря, тем более в «Артек». И вот, наконец, мечта сбылась. Сейчас я мечтаю о картине, о военной. Надеюсь, что моя мечта сбудется. Говорят, если в «Артеке» что-то загадать, она обязательно сбудется. Я загадала, чтобы у меня была военная картина. Мне очень запомнился мастер-класс народного артиста России Юрия Николаевича Чернова, папа Сыроежкина, из фильма «Приключения электроника». Вот это называется артикуляция, то есть... Четкое произношение. Актер должен четко говорить, внятно, чтобы его понимали все. А еще здорово, когда актер умеет делать разные трюки. Обучение в Московском цирковом училище – то, что надо. Обучение в медиаотряде «Артека» прошли 20 юных корреспондентов Чувашии. Мы еще раз убедились, что журналист – самая интересная профессия. Рома Толстов, Андрей Шоколев, Акил Бупсер. Побывать в «Артеке» можете и вы. Объявлен всероссийский конкурс, победители которого получат заветную путевку. Что нужно сделать? Сочинить и исполнить песню о любимом учителе. Выразить признательность и уважение к профессии педагога. Причем слова и музыка должны быть очень современными. Авторы трех лучших работ отправятся в «Артек», а победитель споет песню с популярным исполнителем. Главное – уложиться в срок до 5 августа. Для вдохновения рекомендуем подкрепиться смородиной. Эти ягоды отлично подпитывают мозг. Придумал! Учитель не умеет!
умеет уставать, тетради проверяет до рассвета. И даже если надо рано встать, его настроение не синего цвета. Синий, голубой, лазурный, васильковый. Чем больше самых разных цветов используют эти ребята в своих раскрасках, тем больше у них шансов стать победителями конкурса. А теперь подробнее. Культурно-выставочный центр «Радуга» в честь дня рождения города Чебоксары выпустил удивительную книжку-раскраску. На 16 страницах рассказ о главных достопримечательностях столицы нашей республики. Экскурсию проводят герои с древними чувашскими именами Юман и Тигесь. Как вам пришла такая замечательная идея сделать такую раскраску? Но мы хотели, чтобы наши юные горожане, самые маленькие ребятишки, узнали свой город получше, в интересной форме, раскрашивая рисунки карандашами, красками, фломастерами, может быть, даже песком, а кто-то и ягодами, и заодно изучая историю своего любимого города. А кто художник этой раскраски? Художник этой раскраски – жительница города Саратова. Однажды она приехала в Чебоксары, увидела наш красивый город, влюбилась в него и создала замечательные рисунки для горожан нашего города, для самых юных малышей. Я уверена, что такая раскраска понравится ребятам всех городов. У меня даже есть доказательства. Москвичка Соня сейчас гостит у бабушки. Она с удовольствием знакомится с чебоксарскими памятниками по книжке, а потом отправляется к ним гулять. Здесь есть много веселья, радуг, детских комнат, бассейнов. Соня, какая тебе картинка в этой раскраске больше всего понравилась? Понравилась мне больше всего картинка в раскраске «Салют». А почему? Потому что она красивая, радужная, веселая. Я узнал, какая рыба водится в Волге. Сом, щука и окунь. Купить чудо-книгу можно в центре «Радуга». Дошколятам повезло, им раскраску подарили. И сейчас Чебоксары раскрашивают сотни мальчишек и девчонок. Мне только одно непонятно. Как из тысячи ярких работ выбрать лучшие? Да, непростая работа предстоит жюри. Победителей конкурса раскрасок объявят в день города. Женя Барашкина, Борис Андреев, Акел Бупсер. А теперь загадка. Куст с шипами, ягодки с хвостами. В зеленой одежке полосатые стежки. Конечно же, это крыжовник. Ребята, представляете, на этой неделе отмечаются сразу два необычных праздника. 26 июля – день загадывания загадок, а 28-го – день загадывания желаний. Причем оба праздника международные. Многие люди специально едут 28 июля на Карлов мост в Прагу или к фонтану Треви в Риме. Говорят, желания, загаданные там, 100% сбываются. Ну и мы считаем, что в Чебоксарах есть тоже много волшебных мест. И наши корреспонденты подскажут, где их надо искать. Все мы с самого детства верим в чудеса, загадываем желания в новогоднюю ночь или задуваем свечи на именинном торте. Но делать это можно хоть каждый день в разных местах и разными способами. Мы собрали их вместе. Самое популярное место исполнения желаний находится в центре города, на бульваре Купца Ефремова. Это камни Уральских гор Таганаиты, а попросту камни солнца и любви. Существует легенда, что если коснуться трех камней одновременно, то желание непременно исполнится. Загадывать желание можно даже на обычной полянке, если потрудиться и найти четырехлистный клевер. Раньше считалось, что четырехлистный клевер надо было сразу же съедать, но это не так. Его надо было засушить и найти с собой. Если четырехлистный клевер разделить на двоих, то связь между этими людьми будет нерушима. Загадать желание и кинуть монетку в фонтан – обычай тоже древний. Из знаменитого фонтана Треви в Риме недавно достали 1 000 000 евро монетами. В Чебоксарах пока столько не накопилось, но все еще впереди. Проходя мимо памятников в самых разных городах, можно заметить натертые части. Они обычно другого цвета.
Это все потому, что люди проходят и трут, и загадывают желания. Чем я хуже? Петр и Февронья покровители семьи. Логично, что желание должно быть семейным. А у памятника розы любви, что в дворе перед натального центра, есть своя легенда. Если потрогать малыша Ваню за ножку, родится мальчик, за ручку – девочка, за голову – двойня. Это Маша и это Маша. Я стою между тёзками, а значит, я имею полное право загадать желание и ждать его исполнения. В древности люди верили, что если пройтись под радугой, исполнится любое твое желание. Современные люди знают, что достаточно пройти под тоннелем. А вот и он, самый длинный световой тоннель в России. Будете думать о желании весь путь, должно исполниться. На часах 11:10 ровно через минутку появится красивое число из 4 одинаковых цифр, а это значит, что можно будет загадать желание. Счастливый билетик – это такой билетик, у которого сумма первых 3 чисел совпадает с суммой вторых 3 чисел. Таких билетиков в транспорте все меньше, поэтому берегите их. Носите с собой, пока желание не исполнится. Падающая звезда. Зрелище редкое, но для того, чтобы вы, наши дорогие зрители, смогли загадать желание, мы вам его устроим. Звезда есть, мне осталось только упасть. Готовы? Ах! Ну, а если серьезно, для того, чтобы желания исполнялись, они должны быть добрыми. В них надо верить и никому про них не рассказывать. Малина и ежевика. Как вы думаете, что объединяет эти две ягоды? Правильно, они обе вкусные и полезные, и формы одинаковые. Но это не все. Именно из этих ягод можно приготовить настоящие природные краски. Для этого малину и ежевику достаточно размять ложкой и рисуйте себе на здоровье сладким соком. Цвет будет очень нежный, как ее акварели. У художников очень много секретов. И сейчас мы с вами перенесемся в гости к Владимиру Коновалову. Этот художник-мультипликатор снимает очень веселые мультфильмы про слона Эдика. Эдик, слон. Слон Эдик. Однажды прогуливаясь, слон-папа и слон-мама заметили на высокой горе очень красивый цветок. Мультфильм, который уверенно набирает просмотры в Ютубе, создается в обычной чебоксарской квартире. Сначала милые герои рождаются на бумаге, потом художник Владимир Коновалов переносит рисунок в компьютер и раскрашивает его в программе Photoshop. Я даже не делал тут светотень, хотя можно было где-то темнее делать, там светлее я специально не делал. Я хотел как на типа Свинки Пеппи сделать пародию, что там она вообще уже очень простая. Я подумал, что детям, наверное, нравятся очень такие простые. Я подумал, что, в принципе, там ничего сложного нет в этом мультике. Я думаю, что мы тоже так же можем. Но мы имеем в виду в России, там, в Чувашии. В честь кого вы назвали слона Эдиком? Как еще можно назвать? А как-то иностранным именем не хотелось называть. Хотелось как-то по-нашему. Слон Коля, слон Саша. Ну, как-то я не знаю. Ну, Эдик, мне кажется, самое то. Как известно, чтобы создать мультфильм, нужно сделать очень много рисунков и соединить их вместе. Владимиру не нравятся новомодные планшеты. Рисунки на бумаге – это родное, это из детства. У меня школьные годы пришлись на 90-е годы, когда у нас не было ни интернета, ни компьютеров. Особо, я не знаю, у нас ничего не было. Только да, комиксы были детские. Помню, Микки Маус выходили, диснеевские первые. Я их покупал, и мне хотелось быть как Уолт Дисней. Но так как мультипликацию у нас вообще в Чебоксарах не занимались в то время. Сейчас, может быть, более-менее уже это можно через интернет даже. Вот, я начал комиксы рисовать. Участь просто, да, на комиксах вот этих покупных. То есть я вот сам методом проб и ошибок там изучал все там, рисовал. У мультфильма «Слон Эдик» есть своя фишка. В каждой серии герои лакомятся волшебными бананами и начинают летать. И эта идея очень нравится зрителям. Владимир часто слышит. Ох, вот бы в жизни так. Съел банан и полетел.
Ну, то есть, я думаю, это показатель того, что людей это зацепило, вот это как там, идея. Потому что действительно, это мультфильм, это больше, наверное, надо делать про мечту, про то, что на самом деле нету, где-то там посмотрел, и там тебе какая-то позитив появился, какая-то, не знаю, мечта, радость такая, о, вот бы так в жизни. В скором времени, съев по удивительному банану, мама Слон и Эдик полетели из родной Африки в Россию в гости. «Разлетались тут всякие!» – проворчал орел Квазимода, увидев летающих слонов. Над мультфильмами работают и другие члены семьи. Жена Мария занимается озвучкой, а дочки оценивают премьеру. Если им нравится, значит, все получилось. У вас очень хорошо получается озвучивать мультфильмы. В чем секрет? На самом деле секретов тут нету. Я просто читаю сказку, как будто читаю ребенку своему, например, там, дочке. Против них играли слон Папа, медведь Иван и ящерица Виктор. Их команда называлась «Не отступать и не сдаваться». Сейчас в семейной студии идет работа над 5-й серией мультфильма. Владимир обещает загрузить новую футбольную историю уже через неделю. Ждем с нетерпением. Даша Шоклева, Андрей Шоклев, Акил Бубсер. Ну и напоследок, хотим напомнить, что все ягоды перед едой надо мыть. И не переедайте, аллергическую реакцию на эти вкусняшки никто не отменял. Но теперь можно и прощаться. Друзья, не забывайте звонить нам в редакцию. Мы с удовольствием расскажем о ваших новостях. Посмотреть любой выпуск программы вы можете у нас в группе ВКонтакте или на сайте ntrk21.ru. Хороших летних вам новостей! До свидания!